Всем привет, Приветики. друзья! Видите, у меня кучеряшки, это значит, я еще не расчесывалась сегодня. Так расчешись. Да нет, клип давай смотреть, уже все, все ждут. Что за звук такой? АСМР видео. Мы решили тут посмотреть что-нибудь новенькое из музяки, из того, что мы никогда не слышали. Вот мы в первый раз будем сегодня слушать песню Little Big Moustache. Маустек? Что? Моустасне. На каком-то языке никто не знает, как обычно. В общем, что-то тут про море, пляж и женщин с усами. Очень интересно, что же будет-то в этом клипе? Женщины с усами, уже провокация. Да, женщины с усами, это как этот дяденька, который победил на Евровидении 30 лет тому назад. Как его звали-то? Господи Иисусе. Такой, дяденька. Да какая разница, да, погнали. На него, да. Фен для усов. Не бриться. I like women with the big, big face, big blue eyes and the hair on the face. I like women that are full of grace, big mustache, sunscreen on the face. Даже собачка с усами. Это ж Варнава. О, нет! Что они делают с Варнавой? Господи, что за осенение? Боже, какие у них костюмчики! Хотели бы, чтобы вас такой спасатель спас? О, нашел бритву. Сейчас он все поймет. О, с розовенькими. Этот Оскар. О, какой купальник желтый. Усовая полиция. Я не могу на них смотреть, это костюм. Поехали, тапочки. У них еще такие сандалии смешные. Что за книгу идет? Листок прошел пешком догнать. Как они будут наказывать? Сбреют ему усы, наверное, тоже. Ничего себе. И заберут себе? Ну, у них же есть усы. Зачем? Ну, наклеить дополнительно. Что за мужик? Это кому-то приснилось? Кто-то постриг... О! Они уже прям так показывают. О, что? Что? А где его усы? Где усы, господи? Почему Володя сбрил усы? Эй, это слишком. Это почему огонь. Просто это после огонь. Little Big сразу включается Король Шут? Очень странно. 2006 год. Давай досмотрим. Так, мы посмотрим без вас, потому что такое мы смотрим наедине. Блин, круто. Нам нужно свою группу сделать и назвать ее
по-модному Lil Big. Что? Lil Big X. А придется усы отращивать? У меня вот, я сейчас найду, подождите. Нормально так? Отлично. А что они рыжие у меня? Рыжие усы. Очень странный клип, как обычно. Как обычно странный клип. Я ни черта не поняла, что случилось. Как это... Какой-то чей-то кошмар. Ну, полиция усов появилась. Да, но у Прусикина нет усов, и это уже давно обсуждается. Может, он для этого клипа, наверное да. Избивал усы. Теперь все понятно. Угу. Наверняка они у него уже отросли, и мы, как всегда, все узнали не вовремя, да? Да. Клип получает тому, что зло будет наказано. Да, это очень важно, потому что в современности очень редко клипы несут какую-то информацию. Если ты, девочка, сбриваешь усы другим девочкам, знай. Кто-то тебя кара найдет. Тебя настигнет. Да, и все увидят твои настоящие усы. Усики маленькие, усишки, стрёмные. Да, три волосинки на усах. Фу, кому это надо? Не забудьте поставить лайк, если у вас есть усы. И если нет усов, тоже поставьте, иначе вырастут. Все, всем пока. Пока.